Ну, на самом деле мне понравилось. Мне было лет 7. Мы с отцом поехали в Казань смотреть, как Барс с Ярославлем играет. Мне что-то понравилось очень. Я говорю, там еще Морозов играл за Рипу. Я говорю, пап, типа, хочу заниматься. Он говорит, точно хочешь? Типа, это нелегко. Я говорю, точно. И как-то и вот потом приехал, начали заниматься. Следующим летом он пошел в хоккейный клуб «Иштайб» у себя, получается. Ну да, 7,5 у меня было. Уже начал плотно заниматься хоккеем. Кто-то следишь за кем-то здесь, может быть, в НХЛ? Кто-то, может быть, тебе более импонирует? Ну, такого времени нет, но мне импонирует, как Павел Гацюк. Ну, он сейчас, правда, в «Скай» играет. Никита Кучеров, Евгений Кузнецов. И так много хороших игроков. Артем Анисимов, Парнарин. Так что как бы. А так определенно у меня нет любимого игрока. Ну, наверное, Дацук самый сейчас. И вот Ягор, мне нравится то, что сколько уже, 45 где-то ему, на все в хоккее, хороший результат показывает. Это многого стоит, как пример такой. Ну, я хочу выиграть турнир, как и все мы. Приехали, чтобы побеждать, выступать. Все-таки у нас выступаем за страну свою. И хотим выступить как можно лучше, то есть выиграть этот турнир. Для страны, для всех подарок такой сделать. Давно не выиграли, тем более его. Есть возможность такая. Почему бы и нет? Вот это. Ну, то, что расти как игрок, это все равно такой большой опыт международный. Все-таки приятно вызвали. Нужно доказывать, оправдывать доверие тренера, играть как можно лучше, каждую игру добавлять. Так как. Можно назвать вот этот турнир пока вот для себя сейчас вот вершиной, пока вот в твоей, можно сказать, не богатой карьере? Ну да, это как для меня один из самых серьезных турниров, в которых я выступал. Раньше никогда не привлекался, тут так дали возможность. Угу. Ну, получается, да, моя вершина турнира.